Fennel, друзья. Мы теперь фанаты этого дела. Никуда. Значит, влияет исключительно на сахар. Да, то есть если у кого-то вот... Хотя трудно советовать, люди все разные. На нас вот со Светланой изумительно действует в смысле сахара. Помоги мне вот это вытащить. Давай. Вытаскиваем. Свет, что мы с ним делаем? Расскажи, как мы? Вот сейчас я куплю головку капусты. Так, вот такой здоровый. Вот такие здоровенные. Да. Давай еще третий. Давай третий. Я вот теперь поняла, что палки нужно все-таки выбрасывать. Они... Зелень, да? Да, она очень долго варится, и она не годится. Она не пахнет ничего. Нет. Вот эту еще. Вот эту, вынимай. Вот, и мы, значит, сейчас купим качанчик капусточки свежей. Так. И поскольку у нас есть такое средство для ферментации, угу, то мы это дело заферментируем. То есть заквасим, грубо говоря. Да. Вот, и я думаю, помидорчиков надо взять. Смотри, какие-то помидорчики. Да. То есть мы фактически вот каждый день в той или иной форме потребляем это дело. Да, мы еще чай купили. Из семян. Из семян. Но я, кстати, еще не поняла, как он хорошо на сахар. А я даже не пробовал еще, ты мне да, не давала. Он очень вкусный, он сладковатый. Да. Но я не поняла, как он на сахар влияет. Еще с этим надо разобраться. Понял, понял. Come on, you young fellas, so young and so fine, and seek not your fortune in the dark, dreary mine. It'll form as a habit and seep in your soul, till the stream of your blood runs as dark as a coal, where it's dark as a dungeon and damp as the dew, where the treasure of many pleasures are few. Falls and the sun never shines. Well, as dark as a dungeon way down in the mine. Who's lived for the labor his whole life away? Like a thief with his dope or a drunkard his wine. Друзья, если вы когда-нибудь такое увидите где-нибудь на грядке или там на прилавке, обязательно понюхайте. Запах просто потрясающий. Это французская дынька. Ведь написано French Cantaloupe. А если по-французски, это что будет? Шарантез, что-нибудь такое, чарантез. Какие-то побитые. Да, не знаю. Ну, Света, я же не говорю, что купи и скушай, а я говорю, возьми, возьми и понюхай. Очень хорошо пахнет. Да. Я вот только к этому. Так, наверное, эти тоже неплохо пахнут. Эти, давай. Не, эти не так пахнут. Так. Мы, друзья, обнюхиваем все. Так. Эти вообще не пахнут. Видишь, вот только французское, друзья. Вот французский коньячок. Вот так вот.